ФСБ России попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера и министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. Ведомство также просит заочно арестовать замминистра иностранных дел Украины имени Джапарову. Ирину Верещук объявили в розыск в России. В базе МВД указано, что она объявлена в розыск на основании уголовной статьи. Напомним, что в октябре Украина объявила в розыск сотни российских чиновников и депутатов. Это депутаты Госдумы РФ, сенаторы, члены Совбеза и российского правительства. Им вменяют часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность страны.